17 сентября в Каспийске состоялась выездная встреча с жильцами многоквартирного дома по адресу улица Кавказская, 6. Поводом для встречи стало обращение вдовы участника СВО Адели Булкунтаевой, которая пожаловалась на отсутствие газоснабжения в доме с июня текущего года. На встрече присутствовали региональный координатор проекта жителей МКД партии «Единая Россия» Хиби Алиев, заместитель председателя собрания депутатов Каспийска Тимур Насрулаев, начальник управления ЖКХ администрации города Мурат Аликберов, руководитель управляющей компании «Единение» Магомед Ичакаев, представитель службы газового хозяйства «Каспийсгазсервис» Арслан Магомедов, а также сами жильцы дома. Главной темой встречи стало решение проблемы с газоснабжением. Хиби Алиев связался с заместителем генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз» Махачкала, и было достигнуто соглашение об ускорении процедуры открытия лицевых счетов на каждого абонента дома. В ближайшее время к жильцам приедет рабочая комиссия для проверки газового оборудования, после чего начнется заключение абонентских договоров. Газоснабжение планируется восстановить в кратчайшие сроки. Кроме того, жильцы пожаловались на некачественное обслуживание дома со стороны управляющей компании, в частности, на отсутствие регулярной уборки подъездов. В ответ на это представители администрации руководства УК договорились составить график уборки не реже 2 раз в неделю и регулярно обсуждать с жильцами текущие проблемы. Все поднятые вопросы были взяты на контроль представителями администрации депутатского корпуса, которые пообещали мониторить выполнение договоренностей. Редактор